Всем привет, друзья! С вами снова Кот. Продолжаем проходить кампанию «Честь и доблесть» в игре Arma 2. Это уже предпоследняя миссия. Сейчас, как обычно, смотрим вступление и вперед. Добрый день, в эфире итоговая программа «Вести недели» из Дагестана. Ситуация стала еще критичнее, боевики захватили несколько деревень и городов. Также имеются заложники и жертвы среди гражданских лиц. Точное количество заложников нам пока неизвестно. Группа «Альфа» уже вылетает в зону боевых действий. Еще нам известно, что это рук дело представителей «Аль-Каиды» и одной иностранной группировки. Репортаж Марины Смирновой и Евгения Борисова с места событий. Добрый день. Сейчас мы находимся в вертолете. На борту также находится группа «Альфа». До операции остается несколько минут. Остается только надежда, что все пройдет хорошо. Постараемся сделать репортаж в зоне боевых действий. Как вы видите, здесь творится хаос. Некоторые дома разрушены. Также есть пострадавшие и жертвы среди гражданских лиц. Попробуем продвинуться ближе. Похоже, продвижение было неудачным. Русские войска! Покиньте нашу республику! Это наша земля! Мы здесь родились, мы здесь и будем! Катитесь к себе на родину, пока ваши головы целы! Даю вам пару дней! А то убью всех мирных русских, которые у нас в заложниках и на нашей земле. Слава Аллаху! И тут нам надо захватить две точки, точнее зачистить. Группа за мной. Продолжаем движение. Охренеть, тут что происходит? Минус. Не, автомат надо поменять. Мне этот автомат еще со сталкера не нравился. Хотя большинство говорили, что это топовая пушка, но как-то мне она не зашла. Чего? Кто там? Да сколько вас тут?
Охренеть, я им тут геноцид устроил. Ну, это нормально. Первый, третий. Вступил в контакт с противником. Прикрой меня. Так. Вот это опасно. Черт возьми, что происходит. Ладно, главное, что я еще живой. Где-то там противники. Никак, что я его убил. Их там опять 6 человек, что ли? А ты кто такой? А, он уже все. Ну, это нормально. Ладно. Посмотрим, что у нас с этой стороны. Противник. Неизвестно. Впереди средняя дистанция. Он упал. Надо перевязаться. То этого калаш с неплохим прицелом. Минус. Похоже, их становится меньше. Нет, вот это я зря так вышел. Не надо так делать. Да. Как-то я не рассчитал на их количество. Ну ничего, сейчас мы с ними разберемся. Отъехал. Этот что, откиснуть не хочет, что ли? Заряжаю. Минус. Цель нейтрализована. Похоже, здесь все. Наверное. Хотя, может быть, где-то кто-нибудь и остался. Это свой. Жду распоряжения. Надо поменять автомат. Прикрой меня. Вступил в контакт с противником. Извини, мужик, но тебе он уже не пригодится. Хотя тебе уже вообще ничего не пригодится. Чего там? А ты кто такой? Ну я так и знал. Отлично. Первая часть выполнена. Шестой, восьмой. Вступил в контакт с противником. Десятый, второй, третий, четвертый, пятый, седьмой, девятый, первый. Стреляй в машину. Продвигаемся к следующей точке. Девятый, десятый, четвертый, второй, первый, седьмой, пятый, третий. Иду в бой! Враждебный мужчина далеко впереди. Ну, если так, то надо быть осторожней. Двигай! Враждебный мужчина впереди далеко. Все за мной. Быть начеку. Враждебный, неизвестный, далеко впереди. Враждебный, мужчина, далеко впереди. Никак нет. Да сколько их тут? Шестой, десятый, второй. Вступил в контакт с противником. Как нет. Никак нет.
Враждебный. Мужчина, впереди, далеко. Вижу противника. 0-3-0-0. Надо осмотреться. Пулеметчик и мужчина. Никак нет. Сейчас никак осмотримся. Нет. Никак нет. Нет, черт побери. Едет какая-то техника. Ни хрена себе. Это что такое? Огневая точка, это серьезно. Вон там противник. Меняю магазин. Плохая идея, конечно, с такого расстояния по ним стрелять, но выбора-то особо нет. А вот и огневая точка. Вот ее желательно подавить. БМП. Это очень плохо. Хрен с ним с этим БМП. Огневую точку вроде подавил. Нужно занять выгодную позицию. Противник. Минус. А этот что, не добитый оказывается? Теперь оба добитые. Еще одна огневая точка. Да ты что? Похоже, там пулеметчик. Да там еще и танк. Отстань от меня. С этой позиции можно ликвидировать всех, кого увижу. 0, 3, 5, 0, 5, 8, враждебный, неизвестный. Неплохую позицию занял. Отсюда я вижу больше. Целься, я ж не снайпер. Где там снайпер? Надо у него винтовку одолжить. Куда пополз? Ладно, надо идти на точку. Не попадешь. Пулеметчик. Сейчас мы разберемся с этим пулеметчиком. Патронов мало, придется оружие поменять. Хотя бы он у этого одолжить, что ли. Танк, но он, по-моему, недееспособен. Я ранен. Фига себе, опасно. Это кто это такой тут? Ладно, с ними мы разберемся сейчас. Да что ты? Это вот тут так подствольник работает. Это плохо. В армии 3 намного лучше. Как я вот так вот целиться буду? Меняю магазин. Заряжаю. Чё тут за прицел, вообще непонятно. Нужно перезарядить. Даже не знаю, убил его или нет. Наверное, убил. Или он ушел. Десятый. Целься в мужчина. Десятый. Перестроиться. Минус. Второй. Стреляй.
Держи строй. Первый, враждебный мужчина у пункта. Юго-восточный, от тебя 50 метров. Где-то тут он ходил. Ага, я его слышу. Ясно, выполняю. Кто-нибудь, помогите! Иди, я прикрою. Десятый, цель всех полегачек. Шестой, держи строй. Где-то он рядом совсем. Да он тоже ранен. Да вот он. Только это не пулеметчик. Нужно перезарядить. Ну все, можно валить отсюда. Отлично. Но основная цель не обнаружена. Последнего, похоже, бота добили. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр, с вами был Кот, поставь лайк, не забудь подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!